Предлагаем вашему вниманию оперативную сводку от службы 112 за прошедшую неделю. Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 10 по 15 марта 2015 года. С 3 марта 2015 года закрыто движение всех видов транспорта по рядовой переправе Амурско-Вознесенская. С 7 часов 23 минут до 8 часов 50 минут 10 марта из-за опасных метеорологических явлений на 7-м километре автодороги Амурск-Мылки в снежном заносе оказалось 4 рейсовых автобуса и 8 автомобилей. С 7 часов до 10 часов 24 минут 11 марта в снежном заносе оказалось 1 рейсовый автобус маршрут номер 103 и 5 автомобилей. С 10 часов 43 минут до 18 часов 20 минут 11 марта в снежном заносе оказалось 24 автомобиля. Общество с ограниченной ответственностью ПМК 83, Краевое государственное автономное учреждение Подолинское лесное хозяйство, закрытое акционерное общество Лесопромышленная компания, общество с ограниченной ответственностью Дорожник, проводились работы по расчистке 7-9 километра участка Амурск, станция Мылки, автодороги Комсомольск-на-Амуре, Амурск. С 7 часов 35 минут 10 марта из-за опасных метеорологических явлений снег, сильный ветер, образовались снежные заносы. Было прекращено автотранспортное сообщения на межмуниципальных автодорогах. Эльбан, Ачан, Амурск-Мылки не выходили на линию автобусы по маршрутам. С 8 часов 10 марта до 14 часов 13 марта номер 220 Амурск-Комсомольск. С 7 часов 50 минут 10 марта до 23 часов 14 марта номер 300 Амурск-Хабаровск. С 8 часов 10 марта до 13 часов 40 минут 11 марта Амурск-Мылки. С 9 часов 15 минут 10 марта до 9 часов 15 марта номер 101 Амурск-Подоли. С 6 часов 10 марта до 16 часов 10 минут 12 марта номер 224 Амурск-Эльбан. Автотранспортное сообщение на межмуниципальной дороге Амурск-Оми с 7 часов 35 минут 10 марта. Автобус по маршруту номер 108 Амурск-Оми не выходит на линию. В 13 часов 30 минут 10 марта в городе Амурске по улице Амурская, набережная река Амур, территория Амурской рыбоохраны, произошло загорание в двухэтажном деревянном домике, обгорела стена, потолок на первом этаже на площади 10 квадратных метров. С 23 часов 45 минут 10 марта до 11 часов 30 минут 11 марта в городе Амурске произошло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное повреждением изолятора на территориальном пункте 7. В результате электроэнергия не подавалась во все дома поселка Индивидуальный. В 7 часов 15 марта в городе Амурске в районе проспекта Комсомольский 9 перевернулся легковой автомобиль Nissan Эрнесса, пострадавших нет. В поселениях района произошло пожаров и загораний 10, из них в городе Амурске 9, поселок Альбан 1. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.